Когда у директора Центра социального обслуживания «Вера» Андрея Коренюка появилась идея провести комплексное благоустройство, прилегающее к учреждению территории, его поддержала предприниматель и общественный деятель Земфира Морозова. Она входит в попечительский совет Центра «Вера», основная задача которого – оказывать содействие в работе учреждения и помогать его развитию. Эта прекрасная идея появилась у Андрея Анатольевича. Он мне о ней рассказал, и я, конечно, незамедлительно обратилась к своим друзьям, которые занимаются ландшафтным дизайном. Ребята приехали, оценили ситуацию, и вот сегодня у нас уже есть дизайн ландшафтный. Замечательный, прекрасный, мне все очень нравится, и будем стремиться вперед. По проекту, разработанному профессиональным архитектурным бюро, территория во дворе центра должна стать новым местом притяжения в старой части города, причем не только для получателей услуг учреждения. Мы хотим открыть двери нашего учреждения для жителей Ленинского района, чтобы они могли прийти сюда и в рабочее время нашего центра погулять с детишками, пригласить сюда своих родных, побыть здесь. То есть эта зона должна быть для людей. Общая площадь благоустройства составит 4000 квадратных метров. Она будет разделена на 4 части. Первая – зона активного долголетия со спортивными элементами. За основным зданием расположится зона реабилитации для детей со специальным покрытием для занятий на свежем воздухе в теплое время года. Рядом появится декоративный огород с грядками и теплицами, где получатели услуг смогут заняться выращиванием цветов и овощей. И, конечно, нашлось здесь место для отдыха и релаксации. Сейчас проект находится на стадии согласования с нашим Министерством социального развития Московской области. После того, как министерством будет согласовано, мы начнем проработку вопроса с другими органами надзорными, которые отвечают за установку, реконструкцию территории. И после этого только будем уже планировать его реализацию. Кроме того, на всей территории проведут озеленение, а все компоненты благоустройства будут соответствовать нормативам доступной среды. Очень важно, чтобы предприниматель понимал свою социальную ответственность, чтобы он своим собственным примером и неравнодушием показывал, как нужно жить и как правильно жить. И я думаю, что тогда наше общество станет лучше. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».